Первая группа беженцев из Мьянмы добровольно вернулась на родину, покинув лагеря в приграничной зоне Таиланда. На автобусах ООН уехали более 60 человек. Возвращение беженцев официально одобрили власти Мьянмы и Таиланда. УВКБ ООН считает это большим шагом к восстановлению мира. Впервые возвращение беженцев происходит на добровольной основе и организовано правительствами двух стран. Это очень важно, и мы надеемся, что это придаст импульс мирным переговорам. Вдоль границы Таиланда с Мьянмой расположены 9 лагерей. В них укрываются более 100 тысяч беженцев. 80% составляет этническое меньшинство карены. Они бежали сюда около 30 лет назад из-за преследования бирманскими военными, которые установили диктатуру в стране. Теперь ситуация меняется. В 2016 году Мьянму возглавило гражданское правительство. Государственным советником и главой МИД стала Аун Сан Су Чжи, награжденная за вклад в демократию Нобелевской премией мира. Я очень долго ждал возможности вернуться домой, поэтому теперь я добровольно хочу уехать. Как сообщает ОВКБ ООН, беженцы начали выезжать из лагерей в провинциях Так и Ратбури. Многие решили вернуться после сообщения от своих родственников из Мьянмы о том, что ситуация в стране налаживается. Военная диктатура была установлена в Мьянме в конце 80-х годов прошлого века.